Всем привет-привет! Я сейчас прямо из офиса, где у нас наконец-то стартовала продажа туалетных водичек. Сейчас я вам покажу их поближе. В общем, вы не представляете, что у нас творилось в офисе. Это такой ажиотаж был заказов по туалетным водичкам. Но помимо этого я покажу еще, что я здесь взяла. Я взяла детский колострум. Это намного полезнее, чем какао напиток. У меня сын любит пить вот такой шоколадный. Когда он хочет какао или что-то такое, какой-нибудь вкусненький напиток, он пьет вот такой колострум. Так, взяла две упаковочки. Далее, здесь подкупила зубную пасту. Кстати, у нас их три вида, но мне больше всего по консистенции нравится вот такая. Это получается для бережной защиты десен, алоэ и облепиха. Мне вот больше всего такой вид нравится. Далее, под заказ бат Эстра Комфорт, это для женского здоровья, 33 бат, очень, кстати, классный, у кого есть небольшие проблемки, например, болезненные менструации, либо, может быть, плохое самочувствие, да, ну, как тяжело переносите, попробуйте попить вот этот бат. Ну, это если вкратце о нем говорить. Так, так, так. А здесь это у нас пробнички новинок. Вот эти туалетные водички. Так. Ну и, в общем-то, вот это непосредственно дальше сами водички. Тут их несколько рядов у меня, несколько рядов. А мужские, они в синеньких вот таких упаковках. Синеньких. Беленькие, синеньким. Здесь честный знак, QR-код на донышке. Номера. Это 61-й. Надо смотреть. По-моему, это Hugo Boss. Подойдет тем, кто любит Hugo Boss Bottle. Дальше. Также мужской аромат. Это... Так, это тоже такой. Ну, тут разные у меня. Вот женские, они идут уже вот такие, в розовеньких упаковочках. Так, сейчас вот так. В розовеньких упаковочках. Это вот 0,5 аромат. Кстати говоря, это Dior Miss Dior, вот аналог на этот аромат. И вчера буквально в Золотом Яблоке я тестила оригинал. И мы сейчас раскрыли тоже с партнером из моей команды, раскрыли в офисе вот этот 0,5. И он вообще без отличий, можно сказать так, с оригиналом. То есть абсолютная вообще схожесть. Но сейчас я тоже вам открою и покажу, как они выглядят. Очень симпатичные флакончики. Итак, смотрим, я здесь уже убрала слюду, открываю туалетные водички. Смотрите, какой симпатичный флакончик, приятно умещается в руке. Здесь вот 30 миллилитров, стоит такой флакончик 990 рублей. И здесь распылитель очень объемный. Так, не получается одной рукой, секунду. Вот этот пульверизатор, он дает прям такой объем. При разбрызгивании. Вот это аромат, аналог, ну и так скажем, не аналог, правильнее говорить, как нам сказали в компании, а для тех, кто любит Нина Ричи Нина. Красное яблоко, многим известное. Так, я сейчас как-то... Распылила этот аромат. Он немножечко такой сладковатый идет. Несмотря на то, что это туалетная вода, что это не духи, тем не менее, они достаточно такие шлейфовые, плотные. И я сейчас ощущаю именно вот этот аромат, который и в оригинале соответствует. Поэтому действительно, любительницам Нины Ричи Нини, вот это красного яблочка, вы можете порадовать себя вот таким флаконом за 990 рублей. 30 миллилитров, который, в принципе, даже хорошо помещается в сумочку. Вот так вот. А многие ароматы, которые у нас вышли из этого списка, они, в принципе, отсутствуют сейчас в оригиналах в России, поэтому вы также их можете взять у нас в